Что? Войсить? Войсить. Не знаю. Войс. Войс? Голос? А, войсить. Петь типа. Войсить, возможно, это разговаривать. Если это как-то от английского что-то пошло, возможно, это телефонный разговор, как мне кажется. Не знаю, связано, с, может быть, с армией там что-нибудь такое. Ну, это, наверное, что-то связано с голосом, может, смс какая-то, войсить. Голосить? Типа разговаривать? Что это значит? Ну, начать, может быть, петь там что-нибудь такое тогда. Отправлять аудиосообщение в WhatsApp. Нет, не знал сейчас. Блин, может, отправлять голосовое сообщение? Да, попал. А, записывать типа аудиосообщение или что? Серьезно так говорят? А, voice сообщение. Аудиосообщение. Ну, я это не знал. Отправлять, наверное, голосовое, может? Верно. Voice. Верно, да. От слова voice, наверное, да, голос? Правильно. Смотрю передачу на Первом канале. Ну, может, переписка? Списка? Вписка, вписка. Вписка, нет. Я думаю, что это как бы собрание, наверное, какой-то компании у кого-то в гостях, скажем так. Что за слова-то вообще? Они в словаре Ожегова есть? Ну, это типа, да, знаю, конечно. Ну, это, мне кажется, все знают, это давно такое слово существует. Ну, это типа собираться на квартире у друзей, там, закатывать вечеринку, что надо. Ну, это туса, типа, вечеринка, где там в основном это там школьники, студенты приглашают к себе домой и типа тусят там ночью. Ты слышал такое? Было? Нет, не было вот реально. Ну, вписка — это когда, типа, ну, как это, мероприятие какое-то, да, и ты хочешь на него вписаться, например, так говорят, типа, на вписку там можно или нет. Есть такая тема. Вписка — это празднование чего-либо, какого-то события в квартире. Ничего себе! Буду знать теперь. Ну, честно, я даже не знаю, мне что-то не приходит ничего в голову. Краш. Мне интересно, знает потом, что это такое. Краш — это, наверное, разрушать там что-то, типа, нереальное сделать, что-то разрушить или, как сказать-то, блин... Авария? Что за слова? Краш, ну, что-то, наверное, связано с невыполнением, наверное, что-то. Или с негодованием, наверное, каким-то. Ну, что-то типа такого, наверное. Машину тестируют. Краш-тест. Краш-тест есть такое. Краш. Я недавно в интернете что-то смотрел на эту тему. Ну, это что-то типа любимый, что-то такое, да? Откуда эти слова берутся, честно говоря? Где что-то... И, не знаю. Восемь-то еще можно было, да? А краш вообще что-то... А, краш! Краш! А, да, я понял, да, да, краш. А. Ну, я вот... Я первый вариант выбрал, да, вот этот? Наш советский. Серьезно? Моё. А мы еще думали снимать. Ай, не угадал. Да, молодежь, конечно. Я не знаю этого слова. Блин, слышал, если честно, много раз, как используется, но и лойс. Лойс? Нет. Вообще нет. Лойс. Лойс? Без понятия, если честно. Ну, я в соцсетях не силен, поэтому мне простительно это. Ну, это, наверное, лайк. А, да? Лайк. Лойс. Типа лайк, нет? Да, ну, вы сейчас меня прям удивляете, честно говоря, реально прям таких слов не слышал, что кто-то употреблял.
Ливнует. Ливнут — это ленив. Зевнуть. Ливнуть. Вот если бы я побольше в интернете сидел, я думаю, я бы знал. Без понятия. Ливнуть. Ну, может, выпить что-то там, я не знаю. Ливнуть. Может, ливнем сегодня на вписке. Ну, может быть, пойти налево? Мне кажется, моего сына сейчас пригласил, он больше назовет. Ливнуть? Ну, слиться с чего-то там, уйти с мероприятия. Ну, короче, слиться. Ливнуть. Ну, блин, в принципе, похожие слова — слиться, ливнуть. Выйти. А, типа, лив, уйти, типа, да? Ливнул. Ну, у меня свой вариант, да, ливнуть. Это мне еще Андрей Ещик подсказывал. У него бывает такое, ливнуть. А, уйти? А, типа, ливнуть. Иди отсюда. Может быть, это что-то типа подписчика? Как? Сяб. Сяб. Не, я только семки знаю. Без понятия, что это. Закусывай. Это шанс. Вообще даже предположить не могу, что это. Ну, типа себяшки, наверное. Типа про себя что-то говорят. Спасибо. Спасибо. А кто так разговаривает вообще? Где так разговаривают? Далеко от Москвы где-то или что? Или наоборот, в Москве? Я никогда не слышал. Серьезно? А, ну можно было догадаться. Спасибо. А, спасибо? Ё-моё. А чили? Чили — это острый. Отдыхать. Ну это типа отдыхать, кайфовать. Ну это проводить время просто там лёжа на диване, в телефоне. Чилить — это типа отдыхать, там расслабляться, да, что-то такое. А, отдыхать. Правильно. Отдыхают. Правильно? Да? Отдыхать. Чил. Отдыхать, ничего не делать. Чилить, отдыхать. Не знаю, шеймить. Шею качать как-то. Шеймить. Шеймить. Это странные слова, я вроде молодой, я ничего не знаю. Шеймить. Ну, может, как-то развлекаться. Шеймить. Не знаю. Шеймить. Шеймить стыдно. Шеймить стыд. Шеймить. Может быть. Обзывать. Блин, не знаю, хейтерить. Да? Единственное, что мне пришло в голову. Не. Без понятия, честно. Первый раз слышу. Сложно, не могу. Вообще без понятия. Кринж — это... Ну, что-то типа стыдобы, такое что-то, да? Не, моя деревня не настолько продвинутая. Не. Что-то я вообще отстал от этого всего. Криповый. Криповый — я это слышу, это слово, но я не... Криповый, но это слабый, значит. Ну, типа, крип — это там где-то в игре, по-моему, в доте там кто-то говорил, крип, типа, слабый. Крутой? Ну, не знаю, может, топовый к нам, что-то такое, наверное. Хороший там какой-то, прикольный. Крутой? Стрёмный. Класс. Ужас. Да, крипов, да, я уже слышу это. Страшно. Вообще без понятия. Страшно, стрёмно. Вообще не понимаю, не знаю, откуда вы это все берете. Ну вот ливнут, что такое? Ливнут? Да. Ну, пропустить, туда... пропустить. Не, уйти, лифт, понял, ливнуть. Ну, да. Это от игр пошло прям. Да. Ну да, это, наверное, все-таки. Ну чили, ты понимаешь, да, что такое? Да. Что? Ну, отдыхать. Ну, да. Спасибо ему. А шеймить? Ну, шеймить — стыдить, типа, его. Ну, унижать. Критиковать, типа, да. Ну, да, скажи, это слово «стыд», да. А этот... Войсить. Говори. Нет. Ну, как бы... От английского не совсем говорить. Отправлять сообщение. Ну, смысл. Ну, я что, тоже говорить, петь что-то там вчера. Кринж. Да. Что это? Понятия никто не имеет. Понятно.
Охренеть. Вася все знает. Это серьезно? Да. Вася все знает. Я офигел, говорю, он все знает. Нет, я главное думал, что как черт. Вигер, наверное, просто. Я Антона по привычке позвал, как молодого, знаешь? Я тоже сел, думаю, сейчас все знаю. А что такое кранж? Кринж это стыд. Нет, там вот, который последнее, что ли? Да. Или как там? Кринж это стыд.